Документы на финском, английском и русском, три подписи под каждым и крепкие рукопожатия. Проект поставки изготовления оборудования для финской ТЭС «Рахи» завершен. Турбина мощностью 120 мегаватт введена в эксплуатацию. Силовые машины в консорциуме с финской компанией «Энергика Ой» подписали соглашение с компанией «Руки Ой» на изготовление, поставку и монтаж паровой турбины в комплекте с турбогенератором в марте 2014 года. Для нас этот проект является, по сути, эталонным с точки зрения сроков исполнения, с точки зрения подходов к контролю качества и сроков исполнения ключевых событий. И, безусловно, этот опыт нам поможет в будущем реализовывать подобные проекты с должным качеством и в срок. Что касается эффекта для компании от реализации этого проекта, помимо тех внутренних знаний, которые мы получим для себя, это и огромная референция на территории Евросоюза. Наши партнеры нам доверились полностью, и, как они отмечают, они остались довольны этим партнерством. Подготовка к проекту заняла несколько лет. Финская сторона изначально рассматривала силовые машины как основного партнера. Исторические связи сильны. Первую турбину для ТЭС «Рахи» сделал еще Ленинградский металлический завод. Генератор «Электросила» в середине прошлого века. Сейчас потребовалось новое, более мощное оборудование, но не уступающее по надежности предшественникам. Соглашение о сотрудничестве мы подписали в марте 2014 года. До этого было несколько лет переговоров и обсуждений всех деталей проекта. В целом, наша компания не сомневалась, что исполнять этот контракт будут силовые машины. У нас очень большой опыт совместного сотрудничества. Над проектом работали все площадки силовых машин. Статор делали на электросиле, лопатки в комплексе турбинных лопаток, ротор и ходовые части собрали на ЛМЗ. Подключили и турбоатомгаз, где произвели конденсатор. Результат – у заказчика не возникло ни единой претензии к срокам поставки и монтажа, а также к качеству оборудования. Проект был исполнен в рекордно короткие сроки – 2 года и 3 месяца. Грандиозная работа проделана именно на площадке, которая привела к тому, что у нас прошел без замечаний пробный прогон, были проведен ряд испытаний, которые тоже прошли без замечаний, и в конечном счете вот к дате ввода в эксплуатацию, к дате приемки мы пришли без замечаний. Несколько лет десятки сотрудников силовых машин бок о бок трудились с финскими партнерами. Находили общий язык, приходили к компромиссам, убеждали в целесообразности отдельных технических решений. Выполняя обязательства точно в срок и с должным качеством, наша компания в очередной раз доказала, что является надежным и стабильным партнером в вопросах энергетического сотрудничества.